пробились петли, можно лишнее срезать. Так, а теперь нужно петли разрезать. Разрезать можно разными способами. Допустим, вот так. С одной стороны подрезать, с другой стороны. Можно ножничками помочь. Можно петлю сложить пополам. И ножничками в одну сторону и в другую сторону. Проутюжить. Ну, а теперь наложить вот этот краешек сюда. Отгибаем. Посмотрите, как здесь получается. Вот так строчкой пройти. Так, сейчас вот такими булавками заколю. Значит, строчка должна пройти вот по этому уголку. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так строчка. Точно так же с этой стороны. Вот. Натянуть хорошо, чтобы все было ровненько здесь. Также одной строчкой. Вот так. Вот так пройти. На машине. Значит, две строчки по краям дать. А затем перестрочить между петлями. Так строчка пройдет. Так строчка пройдет. И так строчка пройдет. Сейчас намелю, чтобы было видно. Ну, я на глаз, конечно, делаю. Можно вот так померить, разделить. Ну, как раз половина.
Значит, раз строчка, два, три, четыре, пять. Вот так перестрочу сейчас. Перестрочка прошла. Значит, здесь строчка по уголку. Перестрочки между петлями. И здесь строчка прошла вот так по уголку. Значит, получились кармашки. Вот такие насквозь кармашки. Там внутри подклад. Ну и теперь нужно подборд сколоть с полочкой. Так. Скалываю по полке. Значит, булавки, еще раз повторяю, всегда идут острием в изделие. А головкой к срезу. Почему? Тогда, когда я буду строчить, я могу вот так одним движением булавку из-под лапки убрать. Булавки вкалываю перпендикулярно, а не вот так, сикось-накось. Тогда, когда булавка вот так вколота, она может попасть, игла в нее может попасть. Потому что можно булавки не убирать, строчить через булавки. И тогда, когда булавка вколота перпендикулярно, она хорошо пропустит, пройдет по рейке. Так, ну все, сейчас пройдет строчка и сразу же дам расстрочку. Пристрочился подборд, и по лицу подборда на 0,1-0,2 от раскола шва прошла расстрочка. Шов направлен в сторону подборда. Отутюжить. Сначала отутюжить так, как изделие лежало под лапкой машины. По лицу можно утюжить только те ткани, которые позволяют утюжить, или утюг с тефлоновым покрытием, или с насадкой на утюг. Если утюг обычный, значит, через проутюжку это все дело делается. А теперь нужно выдавить кант. Вот он сам ложится. Тогда, когда прошла расстрочка, кант сам появляется. Выметывать его не надо. Вот и все. Подправить дощечкой. Ну, еще получше застоять можно. Я уже застаю это за кадром, допустим, если это нужно будет. Скорее всего, что и не нужно. Все делается быстро и четко. Вот так. Все. Вот такой борт обработан. Ну, а теперь настал черед подклад. Подклад приколоть. Точно так же приколоть. Перпендикулярно булавка идет в изделие головкой к срезу. Приколот подклад, притачать.